Я, короче, перепрохожу эту игру для Ютуба. Я для Ютуба перепрохожу. Ну. Блин, ну... Мясо... Лёд поменьше. Ну... Так, ну ладно. Короче, всем привет, всем здрасте. Я перепрохожу эту игру. Да, всем привет. Я эту игру, короче, перепрохожу для Ютуба, потому что, блин, ну, я хочу все вернуть, ну, большинство игр, но хочу вернуть себе. Просто хочу Кусь! Могу пропустить, да. These patrols are after me. So. No! No! Don't shoot! Вампир. This is a nightmare. I need to get out of here. Надо убираться отсюда. Ага. This can't be. Так, ладно. Блин. Ай, еб. Stop. I mean you no harm. What's going on? Что происходит? О, Мэри, что я наделал? Ну, блядь, подожди, что делать-то? Как прыгнуть-то? Ой, да иди ты в жопу. Блин. Что делать-то? Потому что мне сюда, как бы. Ясно, я тут. Кто ты? Stay back. Sorry, but you left me no choice. Я знаю, он крыс может еще есть. Ну, если не людей. Who are you? Stupid beast! Ай. Прости, извини. Блин. Ну у меня как... он не умеет. Я вам не враг. Мне нужна помощь. Сдохни, чертом кровопийц.
Пожалуйста, послушай. Я не понимаю. Кто вы? Что вообще происходит? Мастер Бойзер, что он тут тебя прикончил? Оставь меня. На самом деле, эта игрушка... Блин, знаете что, я прикол в том, я скажу так, я играл в эту уже игру. И я помню, чем мне там все закончилось. Вот, но прикол в том, тут можно, короче, лечить людей. И, по сути, я врач. Я врач. И каким-то макаром я стал вампиром. Вот. Я просто почему тихо говорю, у меня просто кошка спит. И еще она больная. Поэтому я тихо говорю, чтобы не разбудить. Вот. И после этого... Как называется? То есть я не всех вылечил. Там надо каждый день лечить людей. Каждый день. Ну, типа, на хорошую концовку. А я не всех... Да, я лечил, но не всегда. И у меня получилась тоже концовка. Типа, средняя. Просто он прожигает меня до костей. Определенно, блин. Может, красный тогда? Давайте язык субтитры, игровой видео. Интерфейс боя дополнительный. Подожди, а это что? What the fuck? Качество, так, установите яркость. Нет, дополнительный нет. Общий. Полный экран включен, нет, не то. Говорит, так, оси. Чувствительную мышь пониже, давайте пониже хотя бы поставим. Привязать клавиши, спросить. Ага, а тут интересно, есть ли на геймпаде играть? Блин, ну тут все равно как-то... Ладно. I need to find somewhere to hide. Нужно найти, мне нужно найти укрытие. Блять. Let me go! Эй! Скотина. Я понимаю, может не все, но... Нет, смотрите, прикол в чем. Я, может быть, в будущем. Я буду и стримить и на Твиче, и на Ютубе. На Твиче, я знаю, что Твиче это не понравится. Блин, но... Что это за место? Блин, он, кстати, похож на... Тут персонаж похож на хардплея. Из-за бороды, и все. Максимум. Вот. Вот реально он похож на него. На Алексея Баранова. Че такое? А, это, наверное, тут кто-то жил. Непонятно, как он вообще попал сюда. Ну, непонятно, как он вообще сюда попал. Брат, что же ты натворил? Блин. Что же ты натворил? Мэри. Мэри, прости, я найду тех, кто сделал это с нами. Ну, во-первых, кстати, скажу, спойлерну. На самом деле, я, может, для вас спойлерну, но для себя Мэри, она не мертва, она стала мной, то есть вампиром. Та-дам! Так что, да. Шиллинг. Огонь и солнце. Че такое? А, это карта. Ну, кстати, вот. А вот это что? Убежище. Ну, карта на самом деле. Конечно, она маленькая. Это так кажется, на самом деле. Она маленькая. Она большая. Так, это что? Так, огонь и солнце. Кровососы не боятся ни солнца, ни огня. Они не загораются и не превращаются в пепел. Попав под солнечный лучи, на солнце очень-очень сильно им вредит.
Я лично приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. А через несколько минут у него кожа почернела, так словно горела изнутри, и глаза и тело расплавились. И я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Тварь весь день пытался уклониться от солнечных лучей. В конце концов остался только иссохший труп. Но как только солнце скрылось за горизонтом, он начал медленно восстанавливаться. И я отрубил ему голову, чтобы окончательно уничтожить. А когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь — это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя — это сжечь его. Знай своих врагов, Карл Элдрич, лидер стражей. Подождите, но Карл Элдрич, кажется, есть такой на самом деле человек. Ну, я что-то такое слышал. Блин, вот реально хардплей. Надо вот посоветовать эту игру. Ну, мне есть еще и другие игры для этого. Медан, да, вот это кинцо. Ну, что-то как-то не очень. Нет задач. Столб. Стабильность. Состояние здоровья. Нет расследования. А, я еще и тут должен как... Я типа детектив. А You can могу almost я? feel Как the учусь, как sun's он rays like a physical на weight крышу. pressing against the На wood. крышу. Это вампир или что это кто? Это монстр какой-то, но это не вампир. Увы. Вампир по-другому может быть. Но у меня вместо этого часов. Стой, это как разрывало пух и прах. Давай-ка взглянем на его в карман. Харит по карману у мертвеца, ты спятил? Мне еще за комнату платит, а вот ему. Блин, золотые часы. Он кто-то разбавил, да. За подделем больше быть гробовщик не так уж плохо. Во-первых, гробовщики, они не грабят людей. Давай скидываю. Так вот что произошло. Но у меня заместо часов, у меня фонарик. That's impossible. Потому что свет разгонит тьму. Бутылка алкоголя. Я вообще ёбнул бы. Там два... Ну, глоток бы сделал бы. Глоток два. Он не отражается. По сути, как правило, блять, вампиры не отражаются. Типа, вампиры не отражаются. Вот смотрите, вампиры типа не отражаются. 12 снов королей, что спят под венцом из камней. Да взирает он на нас вечно очам белых костей. Возносите к нему молитву о том, кто уходит на бой. Дорогу свою должность. Выбирай дитя, рожденный тьмой. Кто это? Ты говоришь обо мне? А, его, наверное, по случайности. Его, нет, я так не успел. Я так много не успел. Он думал, что он умер, а он стал вампиром. Вопрос, а зачем? А зачем его? У меня еще столько не сделанных дел. Во-первых, хотел деньги взять. А что это такое? А это антидот? Ну, не антидот, это типа твой перизма. Только не ешь, пожалуйста, не ешь его. А вот... Ну, по сути, это они его
Это они у него обокрали. Джонни, Джонни, ему уже не темнуть, надо уходить. Нет, еще есть время, я спасу его. Враг уже близко, нам приближается, мы уходим в госпиталь. Все, он будет жить. А что он делал-то? И что теперь? Будем лечить, и убивать куда проще, чем лечить. Это, кстати, да. И типа, или... Это оказалось не так просто. Убивать или лечить. Это очень сложно. Старый револьвер. Информация. А, так, 45. А, вот прокачка-то. То есть мне вот это надо потом прокачивать. Блин, ну... Игрушка на самом деле мне понравилась. Игрушка мне нравится. Ну, короче, ножом мне проще играть. Окровленный дневник. 15 октября я почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может, и пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня. Бекки нужны лекарства. И 16 октября я поговорил с людьми, которые пуляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону британские могилы. Правительство принимает меры предосторожности в городе. Новая эпидемия – это вампиризм. Как я понимаю, гриппи вернулся, работа для меня не нашлось. Но еще Бекки не могла поспать. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. Блин, что? Поспи хотя. Интересно, а вампиры могут спать? Вот по игре. Я ничего не помню. Ничего. Совсем ничего. Это страшный сон, не иначе. Он думает то, что это сон еще. Бля, ну классная прическа. Бля, может себя так же постричься? Ну, конечно, меня порадует, так и будет. Ну, хотя бы прическа себе, ну, похоже сделать. So be it. Быть по всему. Интересно, а он не умрет? Он не умрет. Стреляй. Надо мыслить здраво. Выстрелить. Вампир. Ну... Это начало игры. Вампир. Вампир. Ну, у меня какой-то типа баг или что-то такое. Он жив. Ну, нет, он, конечно, он отрубился, но выжил. Интересно, а я мог не стрелять? Вот я мог не стрелять. Типа, убрать, типа, как-нибудь убрать, типа, пистолет. Он весь смотрит. А, блин, а я хотел сдохнуть. Печаль, беда, грусть. Ну да, это какое-то безумие, я потерял свою связь с реальностью. Верно, безумие, безумные луны, то, что превращает слепящий свет солнца в мягкое сияние. Так, развитие. В убежище вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Аутофагия. Выберет доступ аутофагия. Наверное, вот этот. Ну, потому что больше ничего нет. Аутофагия. Вы расходуете свою способность крови, чтобы мгновенно воспользоваться
А, это, короче, типа, сжимаю, и у меня, типа, я просто как представляю, как я вижу, как писатель, я то, что вот, например, у меня сердце, вот в руке сердце, я сжимаю, и у меня кровь, типа, впитывается в мое тело. И я так повышаю себе здоровье. Ну, это же классно. А что так вести? Охереть. Вот, потом. Вы расходуете. Конечно, вы что-то быстро. А подожди, а тут я не могу, тут аутофагия. Вы тратите больше крови, чтобы мгновенно слить себя и увеличить скорость восстановления здоровья. Вы увеличиваете скорость восстановления здоровья, но уменьшает объект единовременного восполнения здоровья. Тут или это. Типа одно из двух. Ну, конечно, вот это лучше. Нет, или это, блядь, что лучше, что ли? То есть, нет, я не про это. Я говорю про то, что я могу улучшить. То есть, что лучше улучшить в будущем? Это или это? Сколько времени? 21 минуту. Я уже скоро заканчивать буду. Ну, там, в 40 минут где-то. По 40 минут будет у меня серия. У вас достаточно единиц, чтобы открыть разблокированные наступленные навыки. Выберите один из них. Вы размещаете теневые облака у своих ног или у ног цели. Через короткий промежуток времени облако взорвется, нанеся большой урон. Нет, говно. Вы бросаете создание из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. Удар ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. Блять, ты чё лучше-то? Я могу одно только улучшить. Копье мне кинуть, а руки или туманать. Чё лучше-то? Я думаю, наступительный. Давайте вот этот. Копье больше. Больше копья. А тут. Мне не хватит. То есть надо еще прокачивать. Теперь вы нажмите отдохнуть. А где это? Укус, блять, укус, блять, я мог укус прокачать. Мы, блин, мне не хватает. Укус, а вот это что? Быстрое восстановление. Блин, вот, ну, вот это надо. Информация. В состоянии организма увеличит запас здоровья. А тут сколько? 300. Блять, мне не хватает. Фак. Мне не хватает. Мне не хватает. Ладно. Ладно. Я мог на самом деле не прокачивать этот, а прокачать. Блять. А мог прокачать этот. Ну, вот укус. Укусы. Ну, надо смотреть, чтобы было там, например, 1300 у него укус. Это голос в моей голове. Если я не сошел с ума, значит я умру же тому. А, вот. Вечная жажда. I must find him to Как сделать у understand меня таким? Я должен найти what I его have и become. получить ответы. Третий уровень. 145 опыта. Блять, я могу его сожрать? Я бы сожрал бы. Блять, какого хуя? Во-первых, меня обокрал. Ну это типа месть. Это так. Нет. Подожди, стоп. Да еб. Как мне брать этот? А, F. Ну, F. Вот все. Я добрался до 7. Добрался. А, добраться это типа задание такое.
Дурак, что ли? Блять, где мой ДСГ? Где мой дробовичок-то? И, блядь, я сейчас вошел, блядь, сразу и чукнуть ему. Ты че, охуел? Чужой дом рваться. А, это они. Уйди, идите, вы. Люди хотят меня убить, мне нужно бежать. Надо вот туда, наверх подняться. Тут кровосос, сюда. Что? Блин, мне бы такую силу было. Только я, конечно, вампиру легче убить. Я делал то, что не могу под силу обычного человека. Выходи, трусь. Нет, я бежать не буду. Оружие для левой руки. Чтобы наносить удар оружием для левой руки, нажмите, левая-правая, понятно. Блять, а чё мне? Только тут. Я все еще в Солтру, надо добраться до Лондона. Вернуться домой. Ах ты, сука. Нажмите. Нажмите F. Укрытие внушенного врага. Теперь у вас просто нажмите 2, чтобы теперь применить навыки вампира. А, вот и чьи-то. Блин. Так. А, даже. Стоп, стоп. Да тихо, тихо, тихо. Блять, как пригнуться-то? Ёб. А, блядь, я забыл. У вас пить здоровое. Чего? Подожди. Ну, блядь. Один, наверное. Это один имеет в виду. А, это один. Бля, чувак, ты не ассасин. Моя сила. Блять, да сука, задолбал ты. My reflexes. Моя сила, моя реакция. Я уже не человек. Реакция не человека. Мост в Саутроке. А, вот он, этот мост. Давайте поищем пока что-нибудь. Стабильность. Смысл в том, тут, короче, еще объясню. Тут прикол в том, то, что если я не лечу людей, но это уже в будущем, то им все бизнес, они все умирают. И вот где стабильность, там, типа, плохо, очень плохо, плохо, нормально, там, типа, среднее. Потом, более-менее, типа, хорошо, отлично. И если все идет на отлично, то будет конец игры хороший. Типа вот в этом смысл. Алюминию. Охереть! Блин! Да это классно. Интересно, Подожди, я за что уровень получаю? То есть опыт. То есть, подожди, за что я уровень? Уровень-то я получу, ну, опыт.
Ой, блядь. Блин, ну, чувак, ну, да. Так, ладно. Сейчас доберемся до туда, и я закончу игру. Ну, а потом продолжу. Мост в Солтолин. Потом сразу перекинул туда. Ты такая. Тебе ты нужен королю и стране. Вступай в армию. Помоги. Он бывший. Короче, он бывший медик. Моя бедная сестра, если бы я тогда унял жажду крови, Мэри, кто-то заплатил за это. Мэри. Ну, чувак, во-первых, подожди. Чувак, ты сама. Во-первых, ты сам виноват, что ты ее. Блять, мог бы был бы другой какой-нибудь человек, тогда бы, ну ты сразу. Что с тобой? Чувак, она жива. Не сы, она жива. А, вот. Кто же, как же хочется крови. А вот, например, я не помню. Дверь закрыта. Окей, ладно. А, ну вот, блин, ну давайте сначала туда тогда пройдем, посмотрим, что там. Что вот тут. It's locked. Я так и думал, что. Подожди, а я могу выбить? Блин, ну. Нет. Сука, ну значит сзади. Я так и подумал. Подожди, а что сюда, я вообще не могу туда попасть? Теперь в голове уже не грузится после прыжков. Да что ты привык. Да ё-моё, почему было закрыто-то? Мусор какой-то. Ну типа шиллинг, ну типа это деньги. Что мне скажет Лондон? Да я ничего не скажу, потому что это Лондон, чувак, это город. I cannot enter. Ну ё-мо, чё все дверцы закрыты? Все, перейдём, короче, туда. Вот, ладно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, и всем до встречи, и всем пока.